Добрый день, здравствуйте, уважаемые блогеры. Ну вот я опять сегодня на своей трассе в лесу на Гайве, где я бегаю. Видите, вот она, трасса моя. Видите, вот. Вот тут тишина, спокойно. Баб нет, вот что самое. Да нет, у меня ротный был. Он говорил так, бля, бессонно, говорит. Каких ты баб классных ебешь, бля. Классных, говорит. Вот, бля, как тебе удается. А баба, она чует, у нее чуйка есть. Она чует, так сказать, нюхом запах. Кому давать, а кому не давать. То есть не надо, так сказать, мудриться, вот, и так далее. Поэтому ваш покорный слуга и в этом деле достиг определенных успехов. Но не будем об этом. Должны быть тайны не государственные, но личные. Так вот, значит, я, да, вот сегодня пост по Роману Юшкову. Вот у нас есть профессор, он не профессор, доцент, так сказать, университета. Он, так сказать, выступает за русских и так далее. И вот будили дело уголовное в отношении него по две статьи там, по-моему. Ну, я читал эту статью, ну, в общем-то, так, с точки зрения следователя, там есть к чему прикопаться, конечно. Ну, эти статьи, 282-я, 280-я, они такие хитрые статьи. То есть, они, так сказать, политизированы, конечно, во многом. Поэтому, ну, просто надо Роману, скажем так, правильно ставить эти словосочетания, так, ставить так фразы, обтекаемые. Ну, он не юрист, надо им помогать, конечно. Обратился бы, я бы перередактировал, поставил бы так статьи, чтобы не было состава. То же самое все можно сказать, но так фразы поставить, что, так сказать, не будет никакого состава, ничего. И почему я вот спокойно говорю и так далее? Что нет состава никакого, ни административного, и так далее. То есть, поэтому говорю спокойно, что хочу, что считаю нужным. Вообще человек должен говорить то, что считает нужным. Поэтому вы правильно сделали, что написали. Так сказать, проблема есть, безусловно. Конечно, то, что делают с русскими в республиках, это колоссальная проблема. Я еще это видел, когда служил на юге. Я же в 17 лет, 17-1 погоны. И вот мы, помню, там эти события были на юге. Выводили колонну русских. Тогда начинался уже национализм. Тогда уже русские рассказывали, что гонения. Более того, у нас рядом часть стояла советской армии. Видите, у меня специфика это в чем состоит? Что я с 17 лет, с 18 уже надел погоны, был в специальных всяких службах. Уже вторая форма была. Как-то я всю жизнь вот это формировался под колпаком, что называется. У нас все было очень хорошо. У нас отбор был очень хороший, ребята были прекрасные. Вот на границе я служил. Вот сейчас вспоминаю, что спасибо года. То есть умные ребята были все очень. И ничего, у нас все было как положено. У нас была идеальная армия в этом плане. В Афганистане служили, вот подписки давали. Они передевали их в советскую армию. Мы хорошие ребята были. Из деревень были многие, но умные ребята были. Вот я сейчас вспоминаю, странно, вот как ругают советскую систему образования. А вот ребята из деревень были в основном. Но очень умные ребята были. Вот так вот поговоришь с ними и пообщаешься. Ну а я, кстати, был старшиной там. В этом плане, так сказать, солдатским генералом. Я вот хочу сказать, что удивительно. Вроде бы и не в столичных школах учились нигде, а умные ребята, образованные. То есть, ну, это говорит о том, что система среднего образования, она была. Она должна быть, иметь стандарт определенный по всей стране. Примерно, конечно, у парня в большом городе больше возможностей. Я вот потом в Москве учился, служил. Конечно, но я вам хочу сказать, что и там мы были, так сказать, выделялись, и не в худшую сторону. То есть, поэтому много же здесь от человека, да, то есть все-таки вот в этом плане, так сказать, от человека зависит, ведет человека судьба, а идет сам. То есть сам человек должен что-то прилагать. Так поэтому вот я хочу сказать, хорошего статьи, все хорошо, но надо вам просто немножко в следующий раз у специалистов консультироваться и фразу ставить так, чтобы не было состава. Но сейчас надо помогать, поможем. Надо обжаловать будет все постановления возбуждения, все это обжаловать. Поэтому, так сказать, держитесь, все, это жизнь такая, такова специфика и так далее. Поэтому есть нюансы. Это лес, вот видите, мой лес. Вот здесь я бегаю, видите какой. Ну я как, вот так вот, зимой-то так, в зал хожу. Ну так, тоже иногда хожу, что-то в последнее время я стал лениться после травмы руки в Индии, сломал плечо. И вот с тех пор что-то как-то я ленюсь. Вот, поэтому я хочу сказать, что надо, конечно, в этом плане немножко похитрее быть. То есть, вот
ставить фразы так, чтобы вот и тогда. А вот самая великая хитрость — это простота. Вот я с таких хитрых людей видел, встречал на системе. Но на вид были крестьяне, так сказать, обведет вокруг пальца кого хочешь. А, так сказать. Почему? Потому что объясняю, что самая главная хитрость — это прямота и простота. Вот надо делать все, как положено. Вот я делал все, как положено. Положено было служить в армии — служил. Положено было сажать — сажал. Ругаться — положено было — ругался. Нахуй посылал, когда, так сказать, все было в соответствии с законом. Ну, так сказать, что поделать. Такие времена выпали на наш век, что, видите, кругом мафия, жулики, подонки. Но статьи у вас нормальные. Есть, конечно, нюансы. Все это сложно очень. Я слушал ваше выступление у нас в обкоме КПРФ. Ну, есть нюансы определенные. Ну, в принципе, позиция нормальная, понятная. И вы, так сказать, на своем месте. Богатый. Есть мысли -то толковые, богатый кругозор. Все нормально. То есть это говорит о том, что все-таки в нашем университете есть какой-то отбор. И ребята попадают доцентами нормальные, образованные. Все, так сказать, не куплено ничего. Это все очень хорошо. Ну, смелее, вот, надо будет помогать. Ну, просто надо консультироваться у специалистов, чтобы фразы строить так, что можно то же самое сказать, все, послать всех на три буквы. Ну, построить фразу так, что я бы... Вот я часто говорю, что я расстреляю этого мерзавца, дальше добавляю, по приговору суда. Приговор суда, что-то расстрелять. Это решение исполнить. Приговор суда и так далее. Таких хитростей и нюансов очень много. Поэтому на вид он может орет, кричит, простоватым кажется, такой придурковатым. А на самом деле вокруг пальца всех обводит. Поэтому вам тоже нужно, так сказать, что называется, юридическую фигу держать в кармане. Потому что, ну, так сказать, что, а то оно и право государства, чтобы немножко хитроватым быть. Но мы живем в такой стране, где нет права никакого, понимаете. Если бы право было, все было все очень просто. При коммунистах была идеологизация, конечно, всего и вся. Но правовая система, право как норма, работала. Чтобы прописано было, то все можно было бы гарантировать и так далее. А сегодня хаос полный, что поделаешь. Такие годы выпали. Поэтому держитесь, не унывайте. Ну, конечно, садиться в тюрьму не нужно. Что это за удовольствие какое? Нормальный парень, доцент. Что его в тюрьму сажать? И судимости получать тоже не нужно. Надо будет это все отбивать. Не думаю, что отобьем. Приговоры, отменим операционный, надзорный. Но на будущее все-таки фразу строите так, чтобы не было никакого состава. Чтобы все было нормально и все будет. Окей, ничего страшного нет. У нас такая правовая система дурацкая, что, так сказать, каждый режим под себя все пишет. Что это за страна такая дурацкая? Тогда человек должен защищен быть. В любой стране мира государство спрашивает, прежде всего, человека, чем я могу тебе помочь? Что я могу тебе дать? 90% исков граждан удовлетворяют. Почему? Потому что это граждане. И там легитимность власти, что... А вот тут все пострадали. Все, вот, все социальные группы, всех раздели, всех выбросили. Над всеми поиздевались. Ну что, я поеду Чечню воевать, что я их нахуй послал? Кровь кругом, что чем там занимались, 120 тысяч убитых, что там было, творилось, вы не представляете. Чеченца тоже можно понять. Я, конечно, там все сложно очень было, но 120 тысяч убитых, как они бомбили города, села, вы что, с ума посходили села бомбить, там дети, женщины. У Басаева 6 детей погибло, только вот удар от этого. Ему уже ничего не надо было, не так сказать, ни денег, ничего не надо было мстить. Ну что это за, как так можно? Я, естественно, выступал, я говорил, что... Бандиты, уголовник, это Ельцин, свою Чечню нахуй посылал, не поеду. А что нам в фильтрационные лагеря, что там делали и так далее. Ну вот, туда и посылали молодых парней, которые не могли, так сказать, говорить нет. А почему? Если бы власть поменялась, то вот вскрылось бы все это. Кто бы пошел в тюрьму вместе с этим Ельциным? Это же кто исполнял все это беззаконие. А я не пошел, я бы спокойно, так сказать, ушел в сторону, послал нахуй и любому режиму сказал, а что я тут при чем? Я в бандитских разборках не участвовал, сделал все, кстати, за законом. Ну, идите, разбирайтесь там, мне мое дело маленькое. Поэтому такая страна, не бойтесь. Да, парень, вы смелый, ничего страшного нет, все у вас нормально. Мужчина нормальный, умный, все на своем месте, с своей позицией. Поможем. Всего доброго, ваш Бессонов Алексей Борисович.